Здравствуйте. Добрый день. Алексей, город Уфа, Россия, Башкортостан. Уважаемый Анатолий Эдуардович, вопрос такой. На сегодня получены сертификаты на некоторые виды подвижного состава. А получены ли сертификаты на саму струнную технологию? Я имею в виду опоры, рельсы, то есть сам путь. Спасибо. Большинство людей, и инвесторы в том числе, не понимают, что такое сертификация. Вообще не понимают. И боятся этой сертификации какого-то страшного зверя. А на самом деле сертификация делается только на оборудование. На строительные сооружения никогда, нигде не сертифицировались и не будут сертифицироваться. Это эстакада, это мост. Мост строится совсем по-другому. Там надо разработать проект моста, эстакады, в соответствии с действующими нормативами. В данном случае это нормативы СНИП, строительные нормы и правила, мосты и трубы. И рассчитать эстакаду с учетом долговечности, срок службы не менее 100 лет, прочности, то есть любые нагрузки за 100 лет, ветровые, температурные, там, землетрясения, еще что-то от подвижного состава, чтобы в конструкции напряжения были больше критических за 100 лет. И чтобы третий критерий, чтобы ни один элемент конструкции не потерял устойчивость, особенно сжатый элемент. Вот три критерия. Делается проект, и он согласовывается в государственных органах, проходит экспертизу, а не сертификацию. Он проходит экспертизу, дается разрешение на строительство, как мы здесь строили, и строится объект. При этом, естественно, любой строительный объект должен строиться из сертифицированных материалов. Вот, мы, естественно, используем сертифицированную арматуру. Что думаете, мы ее в лесу нашли? Или струну. Она, естественно, имеет сертификацию. Вообще, это уникально. Вот, если струну взять, это обжатый канат К7, 7 проволок с одной центральной проволокой. Диаметр 15,2 мм. Диаметр, вот как мой палец. Она выдерживает до разрушения 32 тонны. Представляете, 32 тонны держит, да? Он, естественно, сертифицирован, этот элемент. Да? Мы используем бетон, который сертифицирован. Когда мы строили, мы, естественно, составляли акты скрытых работ, потому что можно же схалтурить и спрятать, сказать, все нормально. Нет, есть акты, можно проверить. При строительстве мы, естественно, сдавали образцы бетона и так далее. Если бетон не утарял под требованием, то надо было конструкцию разрушать и новый бетон заливать. Да? И когда построено, тогда созывается комиссия, она проверяет соответствие того, что построено, проекту. Если все нормально, подписывается акт и вводится в эксплуатацию. Потому что сертификация у нас только для чего нужна? Для юнибусов, это подвижной состав, это оборудование. Нужно будет для стрелочных переводов, для других элементов, где есть подвижные части, где есть машиностроение, а не строительство.